Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про черный рынок, что это такое, для чего его сделали разработчики. Многие из вас могут подумать, что у черного рынка задача лишь одна – слить ваше серебро и голду. Но, как ни странно, задача у черного рынка очень простая – повысить тупо онлайн в игре. Неизвестно, зачем это делать в то время, когда у всех игр идет спад. И в картошке тоже, чем глубже в лето, тем онлайн будет все меньше и меньше, и только там осенью он начнет подниматься. Зачем картошка сейчас решила поднять онлайн, непонятно. Но, видимо, задача стоит поднимать онлайн всегда, неважно лето или зима, или не знаю зачем еще. И онлайн действительно поднялся, если посмотреть, то за последнее время пики онлайна это там по 500 тысяч, по 500 с чем-то. То с этим черным рынком пики онлайна доходили и до 700 плюс тысяч. То есть работает, онлайн поднимается. Вот интересно только, зачем? Люди заходят, смотрят в этот черный рынок в 7 утра и вечером. Посмотрели два раза за день в этот черный рынок. Кто-то купил, кто-то успел, кто-то не успел, кто-то посчитал ненужным покупку, которую предлагают. И все. Онлайн поднялся, онлайн опустился. Те люди, которые купили, они, скорее всего, попробуют, что они купили, и покатаются на этом. А если еще и потратили на это много серебра, то им еще и потом отрабатывать в рандоме, либо в КБ, либо где-нибудь еще, это серебро, которое они прокакали. Таким образом, онлайн повышается еще и среди тех, кто и так играл, они будут отфармливать это серебро. Плюс еще те люди, которые, может, не особо играли, но все равно услышали новость. Новость это сейчас популярная, черный рыночек, боже, что же это такое? И заходят посмотреть, стерегут там. Только время доходит, сразу в первую же минуту тупо разбирают танк и все. За столько времени пребывания танкистов в игре World of Tanks их уже не так уж просто обмануть. Есть танки там еще и за голду. Если голдового Type 59 зачем-то люди понакупили за 25 косарей, то альпийского тигра за 10 тысяч почти никто не стал покупать. Во-первых, его не так сильно давно продавали, скорее всего когда-нибудь будут продавать еще, и кому он сдался за 10 косарей какой-то там альпийский тигр? Если есть давно распиаренный Type 59 еще и голд за 25 косарей. Type 59 разобрали, а вот тигра не захотели. Да, Type 59 интересный танк, но он тоже, в принципе-то, обычный неплохой танк, но за 25 тысяч голды его покупать. Если у вас там с клана там насобиралось за миллион лет куча голды, ну чё бы не взять, все равно голда валяется. Если вы на нее деньги не тратили, качать вам нечего и голду девать некуда, то да, можно в принципе взять. Но прям бежать сломя голову за 5500 рублей, вкидывать в игру, покупать голду, покупать Type 59 голд. А зачем? И вы представляете, на этом Type 59 Gold вам еще и играть в рандоме. На вас будут все обращать внимание, а это обычно заканчивается плохо, когда на вас обращают внимание. Даже союзники могут наделать беды. На мой личный вкус Type 59 Gold выглядит просто отвратительно. Такой просто ужасный. Это как тёлка с кучей штукатурки, за которой даже саму тёлку уже не видно. Там просто слой такой, что просто забей. Я люблю, когда все выглядит естественно, красиво и офигенно. Можно там каких-то пару штришков добавить, чтобы подчеркнуть и было вообще пушка. Но когда слоище штукатурки, ну его в жопу. Что это такое? Оно вообще на танк не похоже. Голд, господи. Такая помоище. Мне не нравится вообще внешний вид. А по геймплею это тот же самый Type 59. Ничем не отличается. Type 59 у меня есть. Нормальный хороший танк, но голд я бы себе не купил вообще никогда. Я не вижу зачем. Даже за серебро я бы его не взял. Это какой-то бред. Тем более за серебро, которое фармить тяжело, и мне серебра никогда в игре не хватает. А деньги на это тратить я вообще не вижу смысла. Но люди это набрали, потому что распиаренное, потому что у кого-то есть лишняя голда, либо бабло. Ну вот, вот набрали. Но хотя бы с альпийским тигром не прогадали и забили на него болт. Это в принципе обычный ВАЗик 111, который можно было купить миллион раз, и я уверен, что еще миллиард раз можно будет купить.
Тем более ВАЗик 111, насколько я помню, еще и в линии фронта можно получить бесплатно. Эта покупка просто наибредовейшая. Конченей даже не придумать. Также там были еще танки, которые за серебро можно купить и слить тонну серебра. Как, допустим, бабаха за 23 ляма серебра, это просто забей. Купить танк 10 уровня в то время, когда десятки находятся просто в наипечальнейшем состоянии по играбельности, так и еще и испортить еще сильнее играбельность на десятках, потому что там одни бабахи теперь с этими психами, которые понатратили серебро и ездят там, силуэт друг другу стреляют. Это просто забей. Есть люди, конечно, у которых там серебра просто невероятные циферки с кучей нулей. Им там вообще нечего делать с этим серебром. А есть люди, которым серебра вечно не хватает, они умудряются еще и продавать десятки, чтобы покупать танки, чтобы потом опять фармить для того, чтобы выкупить десятки, которые они продали. Господи, танкисты, как мне вас жаль. Забейте вы на этот мусор. Там, наверное, единственный танк, который можно было купить, это, кажется, за 9 миллионов британский прем-танк тяжелый 8 уровня, Action X который. И то только потому, что он способен фармить серебро в топе и отфармливать по 100 там с хвостиком тысяч, ну или хотя бы по 100, находясь в топе, накидывая нормальное количество урона. В принципе, он способен накидывать много урона. Но внизу списка против девяток и десяток он вообще помойка. Поскольку брони там не так уж и сильно много, а пушечка имеет такую малюсенькую альфу, что девяткам и десяткам вообще все равно. Но танк в целом неплохой, фармит он хорошо. А так там какие-то мусорки третьего уровня за кучу серебра продают. И дальше будет еще жестче. Я не удивлюсь, если туда всунуть что-то такое, что просто туда всунуть было невозможно. Но зная Славу Макарова и Панкова, они всунут. Но тем не менее, благодаря этим усилиям, если это можно назвать усилиями, онлайн в игре повысился. Единственное, зачем его повышать, если игра не стала лучше? Люди зайдут, посмотрят, какое оно ужасное, и дальше уйдут. Зачем временное повышение онлайна, типа для отчета? О, онлайн повысился. Кайф, галочка поставлена. Хоп, онлайн упал в днище. Ну и шо, галочка-то уже стоит. Вот такие вот дела. С вами был Варчик, играть красиво, пока.